всіх, кому цікаво, хто може мені принести акумулятор, зараз знаходжуся в будинку архітектора, де обладнано медпункт, де в тому числі надають допомогу пораненим представникам Беркута. На дорозі. Ну що, де ваш акумулятор? О, є ще, не знаю, я зараз, давайте знищимо. А яка ціна? Ну, типа, да, значит, там конкретная истерика, русские беркуты и если типа и начали нападать на протестовальники. Мы ехали, уже давили машины, стреляли из пистолета. У меня, я не знаю, сохранится или нет, в прямом эфире с одним из человеков, людей, которые я интервьюировала, я подходила здесь с пистолетом в руке. Потом, ну что, забирали медпункт, пытались напасть на этот медпункт, но каким-то образом мы пытались отсюда. Вот так вот, сейчас вот строится на углу, там, где раньше было вот это первое заграждение, где стоят машины. Вот они сейчас строятся и идут в сторону института. Я в доме офицера. Так чуєш? Ну, типа, да, вот. Ну, хорошо, я, наверное, побуду пока здесь. Ну, короче, у меня осталось, я на банке осталось. Нам потрібно, чтобы 10. Короче, пока мы здесь в поле видимости, медики, все хорошо. Тут побежал. Нет, это был Лэндер.